С каждым днем в Харцизке наблюдается все больше признаков приближающегося любимого праздника. На площадке перед городским дворцом культуры в минувшие выходные был установлен главный символ Нового года. А уже сегодня специалисты коммунального предприятия «Харцизкгорсвет» приступили к украшению 12-метровой искусственной елки. Вот уже 9-й год подряд на площадке перед Харцизским ДК специалисты горсвета собирают из искусственных еловых лап зеленую и стройную лесную красавицу, никогда, впрочем, не видевшую леса. Люлька автовышки сегодня сама выглядела словно новогодний арт-объект. Правда, недолго. Минута-другая, и грозди из елочных шаров отправляются по месту назначения. Вчера мы приступили к гирляндам. Сегодня монтаж продолжается, игрушки, подключение гирлянд. Ну, одна гирлянда еще неисправна, но пообещали, что отремонтируют и привезут в ближайшее время. Работа, в принципе, несложная, потому что уже 9-й год елки. Работа несложная, но ответственная. За время праздников у главной городской елки будут встречаться, веселиться и фотографироваться сотни харцизян и гостей города. В этом году объектов для фотосессий будет больше. Для украшения праздничной площадки от предприятия «Донбасс Либерти» горсвет получил фигурки оленей и медведей. Олени пока неисправны, нет материалов их отремонтировать. А медведей вот здесь будем ставить, и еще получили деревья в виде сакуры. Значит, тут тоже здесь они будут установлены. Новогодняя атмосфера все плотнее окутывает и Харцизск, и его окрестности. На Руси Силур ставит елку, они поставили сейчас металлоконструкцию, сейчас ждут елки. Как будут елки, после этого мы приступим к монтажу, опять-таки, освещения, гирлянд и украшения игрушками. В Зуевке елка уже наряжена и подключена. А в Зугрессе, ну, еще планируется закончить на этой неделе. У нас есть своя иллюминация, значит, поскольку у нас не охвачен поселок Горный остался, ну, что-то будет обязательно, потому что нельзя оставить поселок без елки. Электромонтер горсвета Николай Васильев сегодня именинник, и его день рождения проходит буквально на высоте. Оценивать красоту главной харцизской елки пока рано. Еще сегодня утром большие шары для нее лежали на витрине магазина. Так что совсем скоро главному городскому символу Нового года добавят шарма.